Друзья, всем привет! Значит, демонстрируем работу регулируемого выхлопа на машинке BMW 435 N55 двигатель. Также мы реализовали сюда Stage 2, поставили интеркулер, downpipe, настроили Stage 2 и настроили прострелы. Было особое пожелание клиента, чтобы выхлоп был не тихим, но тем не менее он регулируемый. Мы сейчас послушаем, как он звучит в тихом режиме, заслонки закрыты, слушаем, что получилось. Теперь заслонки открываем и слушаем, какой звук у нас в громком режиме. Вот, как вы уже слышали, тут есть и прострелы, но это будет отдельная история, мы их специально отключили, чтобы они не простреливали. Кому понравилось, приезжайте.